Многие из вас, наверное, скажут, что вот только на днях говорила, как все чудесно и замечательно, купили еду. Но вы, пожалуйста, не забывайте, что животных у меня очень-очень много. Корм, который заказала сухой, два мешка, он только в четверг у нас придет. Поэтому вот уже вчера мне пришлось купить вот эту вот пурину, хотя я крайне редко покупаю здесь уже в деревенском магазине. Это же совершенно ничего не было. Котята съедают очень быстро, конечно, и влажный корм там по несколько баночек в день. Неправильно, их же много, тут вот четверо. Этим не вот прям часто, конечно, даю корм. Этот. Хотя, конечно, они тоже его хотят. Сейчас у нас куры зайдут, кошка. Сейчас, мой хороший, сейчас. Вот это вот кот, я ничего не писала про него, не говорила. Он вообще только сейчас стал ко мне подходить. Вот месяца два назад появился и живет вот тут в этих досках. Реально, то есть прятался все время от меня. Ой, ты маленький. Что ж ты? И вот только-только сейчас он стал привыкать к рукам. Кошачью комнату его селил, он оттуда выбегает. У него лапки такие вот, ну, деформированные. И сам скажи, я вот такой смешной. Конечно, я снова прошу вас откликнуться и помочь нам с кормами. Но вы сами видите и по чекам, то, что кормов уходит очень много. Пойдем, пойдем. Сейчас.